Тебя слышно, как обычно, а вот по звукам игры не ясно ничего, кроме заднего фона. В игре придется настроить. Ну ладно, сейчас есть что, поднастроимся. В любом случае, ребят, доброго времени суток, дамы и господа. Да, да. Начинаем, наконец-то, стримить кинцо. Приобрел себе все-таки третью PlayStation. Ну и первое, что я выбрал, это именно Beyond Two Souls. Хорошего настроения и приятного просмотра. Погнали! Я сейчас, правда, буду тупить. Я очень давно не сидел с джойстиком. Зато можно расслабиться, раскатать. Да... Четвертую пора брать. Ну, в скором времени, думаю, ближе к 2015-му возьму. Вы сразу напишите, что можно там игру погромче или меня потише, или что-нибудь в этом роде. Погнали. Я родилась со странным даром, способностью видеть то, что ни один человек не должен видеть. В голове все смешалось. Образы, звуки, запахи. Я должна вспомнить, как стала тем, кто я есть. Вспомнить, кто я. Как все это началось. Что ж, я расскажу. Чуть погромче. Норм. Я нашел вас на обочине. Да я думаю, можно чуть или погромче. Плохо. Или нормально. Что с вами случилось? Давайте погромче сделаем. Например, имя. Кому можно позвонить? У вас же, наверное, есть семья, друзья. Хоть кто-нибудь, кто вас знает. Эй. Сейчас должно быть нормально, ребят. Так я ничего не смогу сделать. Бесполезно. Это шрам? Свежий. Они не понимают, что это такое. Пусть дождутся меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки! Вот дураки! Кто такие? Итак, вы нашли девушку. И где она?
Джоди что-то наделала. Что-то наделала. Женщина же. Где? Как настроение, Джоди? Хорошо? Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но нам с тобой пора. Я бы не доверял Афра. Ну, так, обучалочка пошла. А, это уже игра. Окей. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграться. Ну, пойдем. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Нейтан. Ну да. Че, ничего нельзя открыть вообще? К ручке иди. Да сколько можно? Ну, эй, Коул! Привет. Че, даже не без подколок, что ли? Привет, зайка. Какая ты красавица. Не то, что ты. Мы пришли. На выходных будет дождь. Весь год дождь. Идем, Джоди. Иду. Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Хорошо. Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. Королева. Да ты у нас принцесса. Безудержное веселье. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Угу. Не верь ему, это не корона. Эй, Джоди, слышно меня? Ну что, будем под дурочку гасить? Ну что, начнем? Кэтлин в той комнате, и перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Ну, гоу. Давай. Ну что, поехали? Первая. Ух. Звезда. Дальше.
Нужно раз так летать. Что ты там прячешь? Квадрат. Что-то изи, пацаны. Выбери неправильно. А вдруг по мне 220 пройдется, если неправильно выберу? Да фига ты вообще прячет она. Волны. Ты молодец, Джоди. Меняем задачу. В другой комнате на столе лежат кубики. Попробуешь их сбросить? Изи. Кубики. Бам! Что? Что не так? Бам! Беги, старуха! Что надо сделать? Сейчас я тебе покажу. Изыди! Иди сюда, папуль! О! Погнали! Будешь знать, как кашу с комочками подавать. Ну, а что дальше-то? Еще побуянить? Ну, давайте еще побуяним. Простите, я не могу. Ладно, Джоди, спасибо, мы закончили. Да я... Заперто! Говорю же вам, заперто! Нет, за это, откройте! Выпустите меня сейчас же! Успокойся, Кэтлин, откройте. Успокойся, женщина. Хватит, Джоди. Я тут сейчас устрою. Мы закончили. Прекращай. Он меня не слушается. Ладно, все. Все. Джоди. Все. Психанул. Ну, бывает. Все прошло. Это никогда не пройдет. Это вы еще поддорожником не пользовались. Посольство. Идем дальше. О, ачивка! Ништяк. Послушание. Ну, такое, да. Я уже замужем, что ли? Меня никто не спрашивал. План Б. Гости, платье, неуютно. Как будто все смотрят на нас. А так и есть, все смотрят на Пресс Икс Туин. Платье отстой. Надо было другое надеть. По-моему, отличное платье. Тебе идет. Слушай, постарайся быть естественной. Если кто-нибудь с тобой заговорит, улыбайся. Вести себя естественно или улыбаться? Без спойлеров. Да ты умеешь шутить. Когда умираю от страха. Райан, как хорошо, что вы пришли. Мое почтение, шейх Ахмад. Разрешите представить мою ассистентку? Элизабет. Если мне понадобится ваша помощь, знал, ребят, я попрошу. Американских дипломатов бывают такие прелестницы. Вахвася. Господа, возвращаю вам шейха. Я к вам подойду. Хорошо, Райан. Та еще гнида. Он ненавидит меня и мечтал бы выгрызть мне кадык. А ты ему придумал. Я польщена. Ладно, пойду к гостям.
Иди и найди укромное место. Не, ребят, мы только минут 20 играем. Ну, минут даже 10, пока настраивались и так далее. Отлично выглядите. Найти укромное место. Укромное место. Ну иди ищи укромное место. В угол можно за... Во, вон там, там вообще никого. Ага. А, ну да, мне уже спойлернули, поэтому... Ой, ТП. Хорошо, хоть селфи не делают. Так, полотенце. Какой-то язык хоть. Фига себе, я уже думал, туалет золотой. Ну, садись. Да что ты, неряха такая? Айден, я всегда пишу готова? В туалете. А ты готова? Наверху есть большая картина. За ней сейф. Нужные нам документы лежат там. Там охрана и повсюду камеры. Так что аккуратно. Окей. Сосредоточься. Ладно, не будем ей мешать, ребят. Так, наверх надо куда-то. А, нельзя наверх. Что ты мне сказки рассказываешь? О боже, это нельзя снимать. Ну, как мне? Что, нельзя через потолок, что ли? Ну ладно. А где мадамы? Мадамы? Да ладно, ну прекратите. Прям вот никого, все. Скорее, Айден. Да понял. Мне больно, когда ты так далеко. А, на R1 поднимется? Клево. Блин, мне надо привыкнуть к этому управлению. Так что, большая комната? Сейчас не время играть. Да, отстань ты. Кабинет. Да, сейчас. На втором этаже. Да, да. И осторожней с камерами и охранниками. Нашел. Кабинет с портретом шейха. Да тут... Ты на месте. Тут оба. Отодвинуть картину. Там где-то рычаг. Найди его. Зачем я это сделал? Палево. Усам. اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر سأذهب حالا. Кажись, испалился. Камера включена. Охранник идет. Ничего не трогай, он поднимет тревогу. Как-то не вяжется тиран и бейонд. Ну, да, есть такое. Блин, что с счетчиком на ГГ? Кошмар какой-то творится. Она في المكتب. كل شيء في مكانه. Думай. Ищи другой способ. Да что думать, надо камеру вырубить. Ты на месте. Ты все знаешь.
Сначала отвлечь дежурного. Отвлечь дежурного. А если... Лови! Быстрее! Давай! Так, теперь за кабинетом никто не следит. Можно работать. Все, я... да. Так, господи, ты призрак, ты в проем не помещаешься. Так куда ты? Бока. Так. Не там. Что? Что там? А, это связь с этой... с мадам, наверное. О! Нашел. Здесь это не запуск какой-нибудь театральной боеголовки? Да, вроде нет. Теперь попробуй. Теперь просмотри документы. Быстрее. Сейчас. Я долго не... Так. Пиши. Теперь замри. Фига ее штырит. О боже. هل من احد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ انها مراه السيدات. انصرف. Игра полностью на русском языке. Прости, я не могу ничем помочь тебе. Бумажку-то, бумагу отдайте. От меня. Что ты хочешь? А, все понял. Так, парня сразу выпилить. Пожалуй, тридцаточки, я думаю, хватит. За такие деяния. Так, ну все, идем. Что-то пошло явно не так. Попробуем. А все, уже нельзя. Я на приеме. У меня все хорошо. Джоди, ты как? Не трогай! Пошли отсюда. Ясно. Уходим. Ну, вроде все. Чистая работа. Все нормально. Тиран к игре посерьезнее относись. Да я первый раз за PlayStation 3, ребят.
Слушай, я боюсь. Можно я не пойду? Джоди, ты же сама меня целый месяц упрашивала. Я там никого не знаю. А что упрашивала? А вдруг они злые? Ну я же женщина! Ты мне не ответил. Да и платье дурацкое. Вернемся. Тирана, еще у меня есть ключик закрытым БТТС. Нет, спасибо. Да, просто день рождения. Я знаю, ты всем понравишься. Будет весело, заведешь друзей. Иди. Не пойду. Ну ладно, пошли. Устой, а подарок-то? Стихи Эдгара По. О, да. Редкое букинистическое издание. Ей лучше б денег дал. Не бойся. Все будет хорошо. Я приеду в 5. Удачи. Ты не видишь, она сейчас заплачет. Сидит, лыбится. Ну, пойдем. Ребят, вы при заходе в чатик должны были видеть сообщение дня. Мне пора. Прочитайте его еще раз, давай, пожалуйста. Давай, не стесняйся. А, Джоди, да? Проходи, мы тут с подружками, ну и пара парней таких более или менее. Это подарок? Клево. Я пошла, дочка, развлекайтесь, только не глупости, ладно? В игре больше 20 концовок, если не ошибаюсь. Наконец-то свалила. А можно я пойду? Ребята, это Джоди. Она из 4-го отдела. 4-го? Паранормального, что ли? У-у-у, что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Нет. Типа того? Нет. Тусуем! Я за пивом, парни опускают жалюзи, девочки зажигают свечи, а ты, Джоди, вруби нам музыку. Оторвемся! Погнали! Что я должен сделать? Музыку включить? Ща мы накатим. Головой, прям сейчас. Так. Танцуй, детка. Мама даже нос ко мне не сует, бедные наивные женщины. Кирстен, ты умница. Так, мы будем плохой девочкой? Я крестик жмакнул. Слушай, ты столько теряешь. После третьей банки мир становится не таким отстойным местом. Ну ладно, слишком долго ждал. Ладно, мы будем, короче... Так, врубаем режим динамо, пацаны. Нет, все, никакого пива. Нет, я динамо. Я пойду лучше посижу где-нибудь там в коридоре. Я знаю, о чем ты думаешь. Что мы здесь делаем, да? Я тоже, честно, не знаю. Помню, ты говорил. Я просто хотела узнать, каково это. Тусоваться, быть с друзьями. Я тут такой обиженный такой. Ну давай, те, развлекайте меня. Что делать-то? Ну есть что-нибудь почитать тогда, Вася.
Да нет, наверное. Че, дурак, что ли? Мы за здоровый образ жизни. Я хочу читать. Нет? Нет, надо. Я лучше посижу. Привет. А я Мэтт. Джоди, да? Я тебя раньше не видел. В другой школе учишься? Я не хожу в школу, у меня своя программа. Понял, да? Ясно. Потому что тебя бы я точно запомнил. А ты работаешь с мамой Кирстен? Мы с Кирстен не знакомы. Ее мама у нас работает, вот меня и позвали. Я вот раньше жил в Лондоне, 2 года назад переехал. А ты? Ты где жила? В Нью-Йорке. В центре. Обожаю Нью-Йорк, там клево. Я был там один раз, отпад. У тебя есть хобби? Как ты развлекаешься? Я люблю серфинг, играю с друзьями в рок-группе. А ты? Ты что любишь? Ну ладно, разочек. Дадим ему надежду. Да. Я люблю читать. Да. Люблю спорт. Да. Хотя мне нельзя покидать базу, так что особо не развернешься. Так, все, дали надежду. Слушай, пацану. А как ты попала в 4-й отдел? Давай не будем об этом. Прости, вот дурак. Я тебя Натуре. Случайно не расстроил? Нет. Нет? Пикап-мастер? Нет, вовсе ладно. Нет. Тебе в прайм-тайм, дружок. Кадрить в чат-рулетке. Ну ладно. Медляк. Потанцуем? Ладно. Давай. А потом прокинем пацана, да? Да. Изи же. Это работает. Наверное, тебе это часто говорят, но ты очень красивая. Сухо. Спасибо. Да нормально. Даже на других. Сухо. В тебе есть что-то особенное. Можно и так сказать. Слышь! Василий! Ишь ты какой! Нет. Шок это. Спасибо за танец, Мэтт, но я не хочу. Ребят, ребят, а пусть Джоди продемонстрирует нам свою супер-пупер-мега-силу. Нет, точно. Нет, будет прикольно. Да брось, она врет. И правда, Джоди, а то скучно. А, Джоди, устрой нам шоу. Ща я вам устрою шоу. А у меня нет суперсилы. Нет, 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 нет у меня никакой суперсилы. Я же говорила, это вранье. Так, ребята, пора есть вкусный мамин торт, а потом мы будем открывать подарки. Хотя торт подождет, подарки важнее. Люблю, целую, твоя Джен. О, спасибо. Там гетры? Стринги! Как я и хотела! Больше не воруй у мамы. Может, нормального парня найдешь. Мой будущий парень говорит спасибо. По-моему, они очень секси.
А это что за дрянь? Старая книга. И вонючая. Это букинистическое издание стихи Эдгара Аллан По. Эдгар Аллан кто? Ты что, украла ее из дедушкиной библиотеки? Нет, это антиквариат. Ага, как твое платье. Не поняла, это прикол? Ты принесла мне на день рождения этот отстой, да? Думает, она умная, а сама просто крыса. Притом омерзительная крыса. Да, весь вечер за мной бегает, как собачка. Так и просит. О, она еще и шлюха. Я и звать-то ее не хотела, это все мама. Да. Поняли, да? Шлюха и ведьма. А давайте ее проучим. Что делают с ведьмами? Сжигают. Держи ее! На! Да ты что-то делать с джойстиком? Что-то делать с джойстиком? Видимо, я делал что-то не так. Выпустите меня вот отсюда! С самого начала. Пожалуйста, откройте мне! Пустите! Где там торт? Пустите! Я уйду! Отпустите меня! Я не хочу тут сидеть! Прошу вас! Я не понимаю, когда отпускать надо. Ну. Вытащи меня, Айден. Короче, я сейчас чувствую, я психану. Погнали. Да шлюха, сейчас. С чего начнем? Кому тут можно? Ну, шейно. О, тортик. Тортик. In your face! Не? Молодец, очень смешно, Стивен. Эй, это не я! Не я, правда? Что такое? Меня. Куда это ты сваливаешь? Дверь не поддается. Не может быть, дерни сильней. Ты говорю, заперто. Спокойно, не надо паниковать. Расслабьтесь, ребята, все хорошо. Окно, попробуйте в окно. Окно, да. Все заперто. А еще можно под стол. И в подвал. На! Кто здесь? One shot, one kill. Ты нас запугаешь, Джонни. О, да. Лови! Кому у нас еще не досталось? Вот этому товарищу, да? На-ка. Берегись! Я тут не останусь. Что это за хренотень? Где у нас именинница-то? Вот черт! Что такое, ребята? Как ваши кирпичи? Свободны. Я не хочу умирать. Стоять!
Я думаю, с них хватит, в принципе. Боже, что случилось? Она хотела нас убить! Она ведьма! Ведьма! Идем, Джоди. Идем домой. Ну, как-то так. Так, она закидывает назад. Да, когда мы еще маленькие. Хватит, Айден. Это все из-за тебя. Перестань. Я ничего не делал. Он заменит доктора Мэттьюза. Теперь он будет с тобой заниматься. Он мне понравился. Иди, он тебя ждет. Давай, скорей. Я тут посижу. Ну, иди. Что мне сделать? Джоди, надо? Он тебя ждет. Ну, вставай. Все, понял. Ага. Привет, Джоди. Входи. Меня зовут Нейтан. Нейтан Докинс. Я думаю, нам надо с тобой подружиться, узнать друг друга получше. Если... Ты не против, конечно. Да нет. Мамка же привела. Моя работа — исследовать странные явления и объяснять их. Ведь с тобой происходит что-то странное. Ну, я же ребенок, я же не понимаю. У тебя есть невидимый друг. Ну да. Джоди, и давно с тобой этот друг? Я не знаю. С рождения? Я не знаю. Он призрак. Или я не знаю. Может, дух кого-то умершего? Я не знаю. Можешь его нарисовать? Я не знаю. Парень, прекрати спрашивать о призраках. И все равно рисует. Что он рисует? Квадрат? Посмотреть. Ну да. Значит, привет, это Франк. И есть твой друг, и между вами что-то вроде нити. Ну. Он сейчас здесь?
попросишь его показаться? Нет. Игра как бы намекает. Ну, может быть, в другой раз. Может быть. Когда получше узнаем друг друга, да? Это он тебя так? Нет. Это чудище. Чудище. И после слова «это чудище», ну что ж, добро пожаловать в ЦРУ. Поняли, кто работает в ЦРУ? Вот здесь ты будешь спать следующие 3 года. Тренировка в 5 утра. Не проспи. Обрили. Скали и Малдер, да? Ну, даже не похож на Скали. Гоу, 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 гоу! Это хоть работает? Я не понимаю. Пригинайся, красава. Лол, я вообще не туда. Изи же. Стрелять я тоже повеселее. Надо сесть поудобнее, а то... Прячься. Такой... Не туда. Спрятался. Вылезай! Изи. Я не понимаю, как вот это вот заполнение квадратика работает. А, надо держать пока... Ага. Назад! Вернись в укрытие! Отстань! Да.
дальше. Воу. Да. Да что тебе надо? Я не понимаю. Р, зажал. Не понимаю. Что сделать? Твою, я понял. Я не тот стик юзал. Я просто юзал не тот стик. Блестяще, Джон. Так, боец, давай-ка, убери эти бочки. Как другую бочку взять в мишень или в цель? Хорошо. Продолжаем. О боже, опять? Ready? Туда. Если руки Джоди движутся к правому краю экрана, отклоните правый джойстик вправо. Логично. Ну, дальше. Дальше. Вот. Привет, Канами. Гоу. Быстрее! И жопу не отклячивай! А ты не засматривайся! Живей! Чатик зачитался. Паришка, дура! Привет, Канами. А, как ты? Рано, рано, рано.
Так, стоп. Как это работает? Это реально не так просто, как я думал. Промазал, что ли? Неплохо, мужики. Поднакачало так-то, да. Контрольная, походу, да? Так. Хотите солдата с помощью Айдена? Что это? Что с ним надо сделать? Дальше. Все, ты. Может, у этого того? Слышь, 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 стой, стой, стой. Я, кажется, вообще не палюсь, да? Джоди! Не подставляйся! А ну-ка, заново! Так. Заново? Ладно, тогда будем все оглушить. Ну, так. С этим я надо что-то делать. Норм. Тихо.
Давайте наверх попробуем. Может, сейчас сверху. Привет, злой. Глуши. Привет, лемурс. А я ничего не заметил. Орла? А, да. Да я что-то заиграл. Спасибо, злой. Спасибо огромное. Так. Давай, Ну! Хватай флаг. Неплохо, Джоди. Но в реальном бою ты была бы мертва. Нет, в реальном бою ты бы не успел даже пасть раскрыть Райана. Выкуси. Что ж, неплохо, агент Холмс. Ты прошла. Мои поздравления. Спасибо, сэр. Да, Джоди. Добро пожаловать. Эй, у тебя молодец, получилось. Джоди. Вот поздравляю. Умница. А, ты из Орла? Ну, я из Орловской области. Почти земляк. Поезд! Отстань, Айден. Хватит, я Азаза. 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 Встала, понял. Че, можно просто почудить, по вагону полетать? Эй, мужик! Пс, мужик! Че, ноль внимания, что ли? А, да ну вот скучно. Айден, хватит. Рабу выспишься. Так, ну режим Айдена мы вырубить не можем, поэтому нам, видимо, надо что-то сделать. Просто только что нам надо сделать. Так, сюда нас не пускает. А ничего не надо делать. Это ж кинцо. Слышь, мать, вот теперь я не шучу. Вставай. Айден, ну я же сказала тебе. Опа.
Ребят, пройдем Beyond Two Souls, поиграем в Last of Us. Ну, что вы сразу так... Здрасте. Здрасте. Че, куда? Черт, это она! Она! Да ты чё стоишь-то? Красава! Да ну что ты делаешь, женщина? Открывай! Упс! Зачитался. Не оборачивайся. А я не понимаю, куда у нее руки направлены. Садись и жди. Да ну... Ладно. Ну, я же... Давай. Изи. Мне точно тут не хватало. Не туда. Не туда. Но пофиг, у нас, я так понимаю, несколько жизней. Я из СРУ, ребята. А, нет. Пропустил, пардон. Да ну как так-то? Либо поздно, либо я не туда. Да господи, сколько их? Прыгай! Происходит. Я жив? Это за мистер полицейский. В лес. Да, знаю. Надо уходить, пока они не вернулись. Айден похож на Виспа, кстати.
Почему они за мной не прыгнули? Потому что их к такому жизнь не готовила. Ёшки-матрёшки. Где дорога-то? Я ж не вижу ни хрена. Куда? Налево, направо? Там дерево или нет? Я реально ни хрена не вижу. Беги куда-нибудь. Прыгай. О, ты ж. Ну я понял, вверх, вниз, да? Два раза вверх! Стоп, мадам! Вылазь! Карту хоть что-нибудь. Айден, фас. Айден. Айден. Ну, можно и так. Камнем, 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 давай! Вроде та кнопка. Ёшки, ёшки. Чит-чит! Давай, наверх. Видишь что-нибудь, Трэвис? Не та кнопка! Не падай, держись. Мы не так высоко залезли. Ой, сейчас навернулась. Сердце у меня в руках дрожит. Ну, джойстик. Че, стелс? Зачем они за ней гнались? Кстати, да, похоже, такая же привязка, способность к отхилу и сейв в крайней ситуации. Правда, не надежда. Это про виспа.
Так. Давай по бревну. Нет? Нет. Давай, Эден. А чё Айден? Чё сразу Айден? Чё должен сделать Айден? О, чёртов дождь. Он когда-нибудь перестанет идти? Айден что-то должен сделать. Скорее бы она прибежала. Посадим сучку на цепи, домой отдыхать. Так, стоп. А тут вертолёт. Показалось. Мотоцикл. То, что надо. Его убивать. Черт, Майк! Что с тобой? Она там. Ты что, рехнулся? А ну убрал пушку нахрен! Эй! Ты совсем охренел? Надо было держать. Эй, Майк! Ты куда паришь? Крыша поехала! Ёшки-матрёшки, мотоциклом управлять еще и джойстиком. Ладно. Газуй, детка! А где тормоз? Или надо просто отпустить R2? Без пазов. Куда вы мне такой ракурс камеры? Вы что? Смерть моей хотите? А, я отпустил R2. Я думал, можно отпустить. Нет, нельзя. Как же темно, а? А-оу. А-оу. Держать позиции! Выбора нет. Поедем на полу. Ты готов, Айден? Ты со мной разговариваешь? Я готов. Давай. Айден, ты мне нужен. А что делать-то надо? Бамбл! Щит! Тизер! Релокейт! Да, нет. Все, можно отпускать хоть. Не стрелять! Прекратить огонь! Говорит босс танка. Ускользнула. Мы ее упустили. Едет Пэкетаун. Жив, цел, орел. Заценим птичку Феникса. Не могу. Это я опять зачитался, или так и должно быть? Не, видимо, так и должно быть. Пошли, пошли!
Что-то все плохо, ребят. Группа 3, на позиции. Внимание, мы окружены. Выходите с поднятыми руками. Регенчик, да? Как скажешь. Разобрался. Нет, не разобрался. Убивать я их не хочу. А можно как-то без убийств? А я не стрелял, я не убивал, я его свой убил. Я чё, я ничего. Так по мне уже там хреначит, что ли? Прекратить огонь! Они повсюду, даже не знают, чтоб тебя. Ты что, я... Я не хотел. Да ну, ты серьезно? Уже? Ух. А есть еще товарищ? Мне нужны твинки. Нам нужна подмога. Меня не возьмешь. Надо было сразу ее взорвать и все. Нет, меня не возьмешь! Там еще остались, да? Да, еще есть. Нам нужна подмога! Айда, они близко! Защити меня! А как? Я не знаю, как. Дверь! Айда, не могу открыть! Какая дверь? Беги! А мне дальше этих буфать, да? Что-то орут, но не падают. Как эти спасут? Есть еще товарищ с чем-нибудь там? С винтовочкой с какой-нибудь, нет? О! Фаталити! Делай что-нибудь!
У меня голова закружилась. Ну, вроде все. Или нахер, потому что в другой раз я всех убью. По-моему, тут вот этот смайлик подойдет. Надеюсь, поймут. Это было жестко. Солнышко, ну что ты весь день сидишь у окна? Поиграй, займись чем-нибудь. Ну давайте чем-нибудь займемся. Правда, нам всего лет 8. И что делают 8-летние девочки? Я не был никогда 8-летней девочкой. У нее должны быть какие-нибудь куклы. О, куклы. Эй, добрая фея, заедешь сегодня ко мне в гости на чай? О, да, с радостью. Сидят ВКонтакте, пишут статусы. Вот и славно, вон моя машина. А, классная машина. Да, я сама выбирала. Это быстрая-пребыстрая модель. Не выбирал, а нас надарили. Все, приехали. Приехали. Пойдем, проходи. Пойдем зачекинемся. Какой же у тебя дом красивый. Да, мне тоже нравится. Это муж подарил на день рождения. Да, подарил. Скажи, дорогая, тебе сахару в чай положить? О, нет, спасибо. Я на диете. Как поживает муж? Хорошо. Захлебнись. Ёп. Он у тебя такой милый. Тайтан, я не хочу больше играть с тобой. Все, наигрались. Все, после игрушек надо помыть руки.
Пойду-ка я на улицу, наверное, все-таки погуляю. Потому что это не дом. Нет, улица не там. Ну. Джоди, ты куда это? Шапку одень. Куда? Просто хотела посмотреть. Как шапку-то одеть тут? Ну правильно, девочка все время сидит у окна. У нее в ванной монстры, а куклы с перевернутыми головами. Дай шапку, мать! Не, ну это я все понял. Шапку дай. Привет, фрау. Где тут кухня? Мать, ты где? Откуда наорала хоть? Все. Кинцо решил постримить. Да, есть такое. Давно хотел пройти эту игру. Вот, наконец, есть такая возможность. Не сейчас, видишь, я пока занята. Шапку дай. Эй, что случилось? Шапку. Ничего. Две женщины. Что случилось? Ничего. Ну, так лучше. Ладно, а теперь беги играть. Шапку дай. О, нафиг. Тут же холодильники. А, печеньки. Ну что ты немощный, ты не можешь мне печеньки скинуть, что ли? Ты такой бесполезный. Хочу печеньки. Короче, ладно. Джоди, помоги мне, пожалуйста. Можешь сходить за маслом в гараж? Да, сейчас. Ну, нельзя было побольше лампочек вкрутить, например. Это ж ад для ребенка, идти в подвал. Да какое нахер масло? Иди сама доставай. Как отсюда выйти? Что, и машинное масло, что ли, понесешь? У тебя мать на машинном масле жарит? Как скажешь. К
Хватай масло и беги. Свет не выключила. Спасибо. Канистра масла. Что ж ты будешь делать с канистрой масла? А можно тут поставить и досмотреть, как она что-то приготовит с этой канистрой? Джоди, зайка, иди поиграй во дворе. Слава тебе, Господи. Ты что ты? Можно печеньку? Зайка, скоро ужинать. А печеньем ты аппетит перебьешь. Я тебе сейчас хребет перебью. Печеньку дай. Смирно! Направо! Джоди, куда это ты? Мы же договорились гулять. Ну? Гуляем. Ладно, ладно, я понял. Тринадцать себе PS3, что ли? Иду. Стоило бы начать с Heavy Rain. Да, купил себе PlayStation 3, но да, в комплекте шли Last of Us и Beyond Two Souls, так что для начала мы пройдем эти две игрушки. Теперь мне и вкусно, и холодно. И вкусно. Ты не мерзнешь, Айда. Тебе все равно. Вот, сначала пройдем эти две игрушки, а потом уже будем решать. Может быть, заморочимся с вселенной God of War, может, Metal Gear, может быть, Heavy Rain. Господи, кто построил этого оленя? Не, GTA 5 я, наверное, дождусь, пока выйдет на ПК. Мне как-то с клавой и мышкой будет поудобнее, наверное, играть. О, мяч. Мяч, мяч. А ну-ка, сейчас устроим. Че ты так кому устроишь, слышь? Да вот он. А ну-ка, сейчас устроим. Эй, так нечестно. А, куст. Ну, придурки, что встали? Получай. Ты мне за это ответишь. На тебе. Кажется, ты думала, чем заняться, и мне за это ответить. Ну да, я знаю, что нельзя. Ну и что, мы 5 минут поиграем, и все дела. Мама даже не узнает. Да. Нехрен печеньку зажимать. Черт. Сейчас, попытка ну, номер... Ну, помочь, Айден. Там никого, надеюсь, не убило бревном этим. Эй, Джоди, поиграем? Джоди. Я сяду, снежком залепят. Так, нас учили. Прячемся. Огонь! Это какой-то АИМ, слышь? Где? Бум! О, фак! За машину! За машину! Ты мне за это ответишь! Да ты глупая, что ли? Ну, почти.
Ну да, ну да. Да вот он! Когда мне так в ухом попадали, я чуть нифига не смеялся. Вот это свинство, паренек. Молодой человек. Звали. Пойдем, я им чуть пойдем, дом не сожгла. Идем. Иди в дом. Что стряслось? Зачем ты вышла на улицу? Тебе запрещено уходить со двора. Они там играли. Я просто хотела с ними. Что ты сделала с мальчиком? Филипп. Я не виновата. Это Айден сделал. Он защищал меня. Он... Хватит! Меня тошнит уже от твоих выдумок! На нет, этот не раз надо. Ты у меня получишь! Не смей. Бать, я бы на твоем месте не рисковал бы. Плазма-то дорогая, наверное. Марш в комнату. Иди! Постарайся уснуть, Зайка. А проснешься в хорошем настроении. Засыпай. Посади его на ель. Сделайте из него звезду. Я боюсь чудищ, правда. Они меня схватят. Зайка, чудищ не бывает. Я могу тебе оставить свет. Засыпай, малыш. Графон отстойный. Ну, игрушка очень старая, поэтому... Ребят, графон какой есть. Уходи, гадина! Ненавижу! Это из-за тебя мама с папой меня не любят! Не злись ты на нее, Филипп. Она ребенок. Ребенок? Видела, что она умеет? Сьюзан, это не ребенок, это... Это чудовище. Не смей о ней так говорить, понял? То, что с ней творится, это ненормально. И становится все хуже. Господи, боже мой, а если мы ее разозлим? Ой, да что за бред? Сьюзан, она все равно, что дикое животное. Мы не знаем, на что она способна. У нас в доме живет настоящий демон. Сьюзан, с меня хватит. Все, довольно. Иначе нас с тобой ждет дурдом. Мы согласились взять к себе девочку, а не это нечто. Девочку захотел к себе взять? Детскому дому помочь не хочешь? Сколько PS3 взял? Не помню. Перевернись. Уф. Гуф. Или чё? Нормально все? Все норм. Ладно, погнали дальше.
Давайте еще минут. Давайте вот эту главу допройдем, ребят. Сделаем небольшой перерыв там на чай и так далее. И продолжим. Я думаю, мы 7 часиков. Ну, до двух, может, поиграем даже. Но если не ошибаюсь, то Beyond Two Souls вроде уже вышло на PS4. Мы просто заснем. И ничего страшного. Кроли. Не вышло на PS4, да? Ну тогда это эксклюзивчик. Джоди! Да нет, пусти. Джоди! Джоди, испугалась. Господи, что с тобой случилось? Ты сказала, чудес не бывает. Они есть, мама. Они есть. Нет, ребят, помимо Айдена есть еще призраки. Есть еще другие создания. Поэтому. О! Джоди, вставай. А? Что случилось? Одевайся. По дороге объясню. В ДПА идет программа по изучению инфрамира, другого измерения. Разработан конденсер, устройство для создания врат в иной мир. Они открыли проход в мир Айдена? Нет, я играю за существа. Девочку, но я могу переключаться на Айдена периодически. Спасатели тоже никто не вернулся. Тебя просят помочь. Я говорил, что ты ребенок. Да, запись будет. Опасно. Запись, скорее всего, будет разбита на две части. Ты сможешь справиться с тем, что лежит за грани. И да, запись будет. Ну, то есть, я вот сейчас сделаю паузу, обрежу запись и заново начну записывать уже следующую часть. Ну, короче, как-то так. Если не готова, скажи, я увезу тебя. Увези меня жить в Лондон. Я готова. И вот тут мы сделаем паузу. Так, у нас сейчас ждет какой-то экшен, поэтому я предлагаю, ребят, всем сбегать быстренько на кухню, подготовить еще чай, еще бутеров там, не знаю, и так далее. Нам уходит на небольшой перерывчик. Давайте минут пять, да? Да, давайте минут пять.